следователями Главного следственного управления Следственного комитета в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД и ФСБ России установлен полный состав преступной группы, совершавшей убийства, в том числе водителей на дорогах Москвы и Подмосковья. Уже начаты первые задержания и аресты. Один из организаторов этой банды, оказавший вооруженное сопротивление при задержании, был уничтожен. Данные о личностях членов преступной группы в интересах следствия пока не разглашаются. Обнаружено изъятое оружие, которым пользовались участники этой банды, по нему назначены соответствующие экспертизы. Кстати, версия о том, что члены этой банды подражали персонажам компьютерной игры GTA, свое подтверждение так и не нашла. Следствие установило, что при совершении убийств участники этой банды руководствовались лишь корыстными мотивами, похищая деньги своих жертв. Уже сегодня можно сказать, что эта группировка отличалась сплоченностью, наличием лидеров, постоянностью форм, методов преступной деятельности, тщательным планированием конкретных преступлений и четким распределением ролей между соучастниками, а также методами конспирации и наличием у них огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. В ближайшее время будет предоставлена более подробная информация об участниках этой банды.